Эй, баран, иди сюда. Давай поставим ей клизму. Всем здорово. Давайте посмотрим, как все происходило. Что же вытворяют этот баран и клоун? Увидел барашек мадмуазель и сделал ей былч-былч. Она была в одних панталонах. Тем временем в соседней общаге противники кидали в сторону барашка шампурчики, чтобы сделать вкусный шашлык. Баран дал ответку, попав по башке противника. А в это время клоун поднял ту самую мадмуазель и сказал: «Эй, баран, иди сюда! Давай поставим ей клизму!» Баран достал штучку для клизмы и пихнул в рот клоуну. «Ну ты, баран! Клизму ставят между булок, а не в рот! Иди, ищи теперь новую штучку для клизмы!» Нашел штучку? Теперь пихни глубже. Ой, молодец. Теперь помажь крахмалом. Если нужна клизма, обращайтесь к барану. Спасибо за просмотр.